Привет, друзья! Сегодня у нас 1 июня, а это что значит? А это значит, что у нас сегодня наконец-то начался конкурс «Яблочко». Поздравляю вас с этим знаменательным событием! Всем участникам конкурса удачи! С сегодняшнего дня начинает работать жюри у нас. А кто жюри, я выставлю в группе информацию все. Это в основном все мои друзья, коллеги, музыканты, в основном балалайщики. Так, что у нас? Когда они объявят результаты мне, сбросят всю информацию, они выставят баллы всем участникам. Я выставлю и объявлю результаты, естественно, да, в течение недели постараюсь это сделать. Таблицы там все будут, все будет публично. Кроме того, переходим по ссылке в описании к видео, в группу «Яблочко», видеоальбом, номинация «Яблочко». Смотрим видео, голосуем в вопросе на стене группы. Это у нас будет приз зрительских симпатий. Его получит участник, набравший наибольшее количество ваших голосов. Вот. Я голосовать не буду, я буду только смотреть результаты. Так будет честно, правильно? Вот. Поэтому приглашайте всех своих друзей. Кто больше всем вам понравится, тот и получит приз зрительских симпатий. Причем несмотря на то, что если даже если он станет лауреатом. Вот. Дальше, что у нас? Ну и, конечно же, раз сегодня 1 июня, это у нас праздник День защиты детей. Поздравляю вас с ним. Да? И сегодня у нас в разборе аж целых 6 детских песен. Урок уже записан, поэтому мотор, склейка. А я с вами прощаюсь. Удачи всем конкурсантам. Смотрите видео, болейте за участников. Пока! Привет, друзья! Сегодня специально для Андрея из города Сургут мы снимаем ролик 6 детских песенок из известных мультфильмов. Вот. Сегодня разбираем мелодию по первой струне. Вот. Первая песенка «Кабы не было зимы». Да? Значит, разбираем. Начинается она со второй струны, второй лад. Сразу называю. 2, 2, 9, 4, 7, 5, 2, 0, 0, 12, 10, 10, 9, 12, 10, 7, 4, 10, 9, 9. 2, 2 на второй, 9, 7, 7, 5. Как в начале. 2, 2, 9, 4, 7, 5, 2, 0, 0, 12, 10, 10, 9, 14, 10, 7, 4, 10, 9, 9, 2, 2 на второй, 9, 7, 7, 5. И повтор. 14, 10, 7, 4, 10, 9, 9. 2, 2 на второй, 9, 1, 4, 2. Это у нас «Кабы не было зимы». Так, дальше. Песенка «Друзей», «Бременские музыканты». Вступление и проигрыш между куплетами выглядит так. Набряться. 3, 1, 3, 6. То есть... Все струны на этом ладу зажимаете, играйте. Да? Так, пошли мелодия. 3, 3, 3, 5, 7, 7, 3, 7, 10, 7, 10, 8, 8, 8, 7, 5, 5, 8, 12, 10, 8, 10, 7, 7, 10, 7. 12, 12, 12, 14, 15, 12, 17, 15, 14, 10, 14, 17, 15, 14, 12, 8, 10, 12, 15, 14, 12, 14, вот здесь 17, 19, 17, 15, вон аж куда далеко залезаем, 15, 14, 15, 14, 12. Открытое. 0, 3, 7, 8, 8. Тоже на восьмом. Седьмой. 5. Где е-е-е-е, да? И пошел проигрыш. С третьего лада. Так. Их там три куплета. Дальше. «Облака», «Белогривые лошадки». Значит, куплет. 2, 7, 10, 9, 7, 6, 7, 9, 6, 7. 2, 3, 5, 5, 7, 5, 3, 5, 3,
два, три, два, ноль, три, семь, 12, 10, 9, 7, 10, 9, 7, 2, 7, 9, 10, 9, 12, 10, 9, 7. Это куплет. Дальше припев. А облака, значит, ну, значит, 2, 7, 10, 2, 14. Долгая нота. Да? То есть долго держите. 3, 4, раз. Дальше поехали, значит. Еще раз. 2, 7, 10, 14. Долго держим, да? 14, 15, 14, 12, 10, 14, 9. То же самое, долго. 2, 6, 9, 12. Тоже долгая нота. 12, 14, 12, 10, 12, 15, 14, 15, 14, 15, 14. Вот это. Ну, да, ну, что-то там, не помню. Ну, пожалуйста. Так, не глядите, да? 15, 14, 15, 14, 15, 12, 11, 14, 12, 3, 14, 9, 12, 10, а по небу 12, 10, 9, 7, 14, 10, 7, 2. Играю. Вот так это звучит. 10, 6, 7, облака. 10, 6, 7. Вот. Надеюсь, не сильно запутал. Дальше. Голубой вагон. Вот. Песенка крокодила Гены, да? Куплет. 2, 7, 6, 7, 9, 7, 5, 7, 5, 3, 3. 0, 5, 4, 5, 7, 5, 0, 3, 2, 2, 7, 6, 7, 9, 7, 5, 3, 2, 0, 7, 2, 10, 9, 7, 6, 7, 9, 6, 7. И пошел припев с катертью, да? 7, 2, 7, 5, 3, 0. 3, 2 и 2 на второй струне. 3, 2, 3 на второй струне. 7, 6, 7, 9, 7, 3, 2, 10, 9, 10, 7. И повтор пошел. И так далее, да? Повтор этого припева. Дальше. Улыбка у нас. Это у нас... состоит из фраз, песенка, куплет. 7, 4, 9, 7, 2, 5, 4, 2, 0, 4, 7, 9, 9, 9, 11, 14, 12, 11, 9, 12, 7, 9, 11, 12, 11, 9, 14, 7, 5, 9, 11, 9, 12, 7, 1, 11, 9, 9, 7, 2, 4, 2, 0. Так, последнюю фразу еще раз. 11, 9, 12, 7, 11, 9, 9, 7, 2, 4, 2, 0. Чтобы не запутались, да? И пошел припев. В миноре, то было в мажоре, теперь минорчик. 0, 3, 7, 7, на седьмом ладу, да? 12, пардон, 12, 0, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 7, 5, 7, 8, 7, 5, 7, 8, 12, 10, и повторяющийся кусочек пошел. 12, 7, 10, 8, на восьмом, 12, 5, 8, 7, 7, 12, 3, 2, 3,
5, 8, 7, 5, 3, 5, 7, 0. И опять с голубого. 12, 7, 10, 8. Либо 7, 12. Да, то же самое. Так, и в конце у нас песенка «Мамонтенка», да? Так, куплет. 4, 7, 7, 7, 7, 9, 4, 7, 7, 7, 7, 0, 9, 9, 12, 11, 9, 7. На седьмом, да? Ля, открытая. 12, 11, 12, 11, 9, 11, 9, 7, 7, 11, 2, 4, 5, 9, 7, 5, 4. И пошел припев. 4, 9, 11, 12, 11, 9. То есть вот это одна и та же проходит фигурация. 4, 9, 11, 12, 11, 9. 4, 9, 11, 12, 11. Опять 4, 9, 11, 12, 11, 9. 4, 7, 5, 4, 7, 5. Ведь так не бывает, да? 5, 14, 12, 14, 12, 11, 9, 9, 4, 4, 8, 11, 14, 12, 11, 14, 12, 9, 14, 12, 14, 12, 11, 9, 9, 4, да, и окончание 4, 8, 11, 14, 12, 11, 11, 9. Вот, ну вроде все, да? Так, 6 песенок, на этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои пожелания и так далее и тому подобное. Пока!